Магаданское издательство «Охотник» совместно с российскими поэтами и писателями создали уникальный проект – книгу «Картины. Город Магадан». Ее презентация прошла на прошлой неделе в Магаданском областном краеведческом музее. Сегодня у нас настоящий праздник, потому что мы презентуем книгу «Картины. Город Магадан». В прошлом году осенью, приблизительно в это же время, у нас была презентация в Русском музее с этими же авторами. В этом году, через год, вышла книга, которая называется «Картины. Город Магадан». Это проект наш совместный с краеведческим музеем магаданским. В него вошли те работы, которые хранятся в фондах Магаданского краеведческого музея. Дело в том, что в музее, к сожалению, нет достаточного количества помещений, чтобы можно было сделать достоянием всех те работы, которые хранятся в запасниках, фондах. Вот. И мы решили таким образом хоть какую-то часть работ, скульптур, графику, живопись показать людям, живущим на Колыме. Ну и не только на Колыме, потому что эта книга продается, например, в Москве. В этом проекте задействовано более сотни людей. Писатели, поэты, художники, журналисты, литературные критики, сотрудники Русского музея и Магаданского областного краеведческого музея. В этой современной книге возле каждой картины представлен QR-код. Считывая его, вам откроется видеофрагмент, в котором участники проекта читают стихи из книги. Поэтому мы сегодня пригласили сюда авторов. Но авторы приехали не все, а только 4 автора. Те, кто принимал участие в жюри конкурса «Смеющийся пеликан». Потому что у нас сразу несколько мероприятий, в том числе подведение итогов конкурса «Смеющийся пеликан». Ну вот, я думаю, ребятам будет приятно услышать, что Даниил Софин стал победителем в старшей прозе, а Таня Зотова стала победительницей в конкурсе «Смеющийся пеликан» в младшей прозе. Картинный город Магадан о севере, о Колыме, о художниках и их произведениях. В ней представлено 60 картин, и о каждой известными поэтами написано стихотворение. Поэты известны на всю страну. Андрей Усачев, Анна Игнатова, Наталья Карпова, Галина Дядина, Сергей Махотин. Книга вышла месяц назад и уже прибыла в Магадан тиражом 15 000 экземпляров.